масло и потом сразу сахар или сахарную пудру. Ну, лучше пудра, она быстрее растирается. Потому что если мы работали когда-то с сахаром, да? Очень долго. Это 3 часа замешивали только тесто. Вот сейчас мы вводим желтки, да? И сейчас вот это пока мягче станет масса, будем уже вводить, начинать муку. И тогда поочередно. 1 желток – ложка муки. 1 желток – ложка муки. И до конца, пока все не вобьем и килограмм муки не вынесем. Вот это будет так поочередно. Сама эта валка, это сделанное из дерева, но мы не знаем просто из какого оно. Но надо, чтобы оно было такое, чтобы оно не горело, это дерево, понимаете? Поэтому кто, в старину как делали, вот сейчас сначала обкусываем бумагой. И будем обматывать валик ниткой. На этой нитке завязаны еще узелочки. Через, ну, примерно там через промежуток какой-то узелочки. Вот такие до конца нитки. Мы, ее будем... И мы обматываем сам валик, чтобы потом легче снималась сама банкуха. Будьте загораче, посмотрим. С этих 60 яиц, с килограмма масла, сахара, муки, сметаны, завершилось чудо. Для того, чтобы снять эту банкуху с веретела, надо ее остудить. Обрезаем тесто, добираемся до ниточки, которые обвязывали валок. Лежит на этой стороне. Потом подождем и еще повернем.